ребят. Так, сзади меня видим, солнышко уже за горизонт уходит, садится. Я нахожусь в охотничьих угодьях, агрофорум. Так, вот так стану. Камера садится, аккумулятор замерзает. Видим, снимаю от пауэрбанка. Пауэрбанк у меня в рюкзаке. Только так, на улице мороз. Батарейка не справляется. В общем, видим, пришел оттуда. Хожу, ищу зайца. Следов моря, но пока зайца не встретил. Оно и понятно, на снежную вообще неудобно ходить. Там сейчас оттуда пришел, лису поднял. Но на лису у нас разрешения на добычу нету. Поэтому мы понаблюдали за ней. Она за нами понаблюдала. И я пошел дальше. Попробую сейчас сколько поснимать с пауэрбанка. Видим бор, березы, осина. Ну, такой лес смешанный. Здесь тоже елочки, березы. Так, идем сейчас вот так обойдем. Здесь овраг, не пойду. Следы охотничьи старые, кто-то из охотников ходил. Неудобно охотиться. Снег сильно-сильно хрустит. Наверняка заяц слышит, когда я видим следы. Вот. Видим след. Это у нас лисичка. Наверняка он меня слышит далеко. И поднимается, уходит. Охотник без собаки. Еще раз повторюсь. Первомайский район. Охотничьи угодья, агрофорум. Так. Начал я съемку вон оттуда, во, парни. И у меня замерз аккумулятор ролика. Не доснимал. Природа у нас, конечно, красота. Красота природы у нас. Вот. Так, как мне камеру-то взять? Ё-моё. Так, сейчас вот так обойдем. Красиво. На улице мороз. Уже 25 градусов. Я посмотрел. Но я вам скажу, ходить одно удовольствие. Свежо. Там кто-то на снегоходе ездил. Видим следы. Так, след лисички. Видим. Ночной. Вон туда она побежала. Так. Наверное, не получится поснимать, так как солнышко за спиной будет затемнение. Ну все. В общем, охотиться буду, пока светло. Сейчас все это обойду. Потом надо будет мне вернуться к машине. В общем, снимаю один дублер. Проходите сегодня со мной на охоте. Смотрите на природу. О, это все Алтайский край. Вот такая она у нас красота. Сибирь. Это вам, ребят, не на диване лежать. Горячий чай попивать или нет. Да. Опа. Куница. Видим след куницы. Так. Старый след. Здесь у нас бураны, здесь снегоходы катались.
гоняли. А может даже и егеря с охотоведами. Так, сейчас по буранке пойдем. Я не знаю, микрофон передает, не передает, как сильно хрустит снежный наст. Жуть просто. А вот и зайчий след. Оп. Видим зайчик. Так. Где же ты у нас тут? Очень неудобно след распутывать. Снег растаял. Плюсовая температура была и резко мороз. Все это, в общем, дело застыло. И след не видно. Ну, все на просматривается кое-где. Пропить можно. Так. Куда он у нас пошел? Давайте походим, посмотрим. Давайте повезет. Найдем мы этого зайчика. Вроде след свежий. Да, след свежий. Здесь он сидел. Вот здесь он сидел, веточку грыз. Упала веточка и поскакал туда. Ходил балаклаву. Лицо замерзает. В общем, ребят, надел балаклаву. Лицо замерзает, щеки. Балаклаве все затеплее. Так. Зайчик, попрыгайчик. Сидел, кушал, значит, ты здесь у нас, да? И куда-то же ты у нас, видим, на деревьях химии. Куда-то же ты у нас поскакал. А куда ты у нас поскакал? Сидеться распутывать след. Так. Где? Что ты сделал? Не понял. Не понял. Куда ты прыгнул? Не вижу. Что я тут сделал? Куда? Ребят, видите? Я не вижу. Интересно, куда же ты прыгнул? Так. На буранке не видно. Куда ты прыгнул? Прыжок, прыжок. Зайчик, выходи. Куда же ты прыгнул? Опа. Нифига себе. Понятно. Старый след. Видим охотничьи леса. Отвязает. За косой. Куда ты прыгнул? След потерял. Ё-моё. Свежий же след. Посмотрим дальше. Может, он на буранку прыгнул, да я его не увидел. На буранке следа не видно. О, парадокс. Да что его? Вороны утащили. Ну,
Следа-то не видно. Была сдвойка, а куда? Куда же он прыгнул? Вот о чем и говорю, парни. Неудобно. Снег растаял, вот этот кусляк. И снежная такая корка. На ней вообще снега не видно. Ну и куда же ты прыгнул-то? Все. Это туда лиса шла. Ага. Прыг. Прыг, скок. А вот он и след свой. Прыг, скок. А вот он и след я нашел. Видим. Был прыжок. Раз. А я и не обратил внимания. Я и не понял, что это след. И потом отсюда, видим, следа нету. Он прыгнул сюда и пошел. Так. Все, попробуем распутать его. Или смысла уже нету. Так, ладно. Этот мы бросим след. Сейчас туда обойдем. Если что, с той стороны я зайду. След вроде туда пошел. Если повезет, мы его перехватим. Так, идем, в общем, ребят. Вот такая охота. Ребят. Спортивная охота. Ходим в лес. Ходим в лес, мы, ребят. Не за мясом. Ходим отдохнуть. Будем отдохнуть уже. Лично постольку поскольку. Главное, процесс прошелся, подышал, отдохнул от города, от всей этой суеты. В общем, отдых, кайф. А добудем и не добудем дичь. Не важно. Мясо мы в магазине можем купить. А вот, смотрите, какие просторы, поля. Вот где отдых. Это получше будет море и санаторий. Ага. Видим еще один след. В общем, парни, ставим лайки. Вам не сложно, а нам приятно. Внизу под видео обязательно пишите ваши комментарии. Все комментарии я читаю, всем отвечаю. Ладно, эту серию будем заканчивать. Всем пока, до новых встреч на просторах интернета или на полях. Все, пока, ребята.